В 1769 году императрица Екатерина II учредила императорский военный орден святого великомученика и победоносца Георгия, которая стала высшей воинской наградой империи за героизм и мужество. С того времени эта дата, 9 декабря, стала отмечаться как День георгиевских кавалеров. В 1917 году как орден, так и праздник были упразднены. Но в 2000 году указом президента России Путина этот важный для России праздник был возобновлен. И сегодня он олицетворяет собой связь поколений и преемственность славных воинских традиций России. 9 декабря во Дворце пионеров и школьников имени Юрия Алексеевича Гагарина состоялось торжественное собрание в честь Дня Героев Отечества. На нем были вручены награды победителям ежегодного областного конкурса «Лидер военно-патриотического движения Орловщины», проведенного Департаментом образования Орловской области и Общественным советом ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий, военной службы и правоохранительных органов при губернаторе Орловской области. Дипломы победителей областного конкурса «Лидер военно-патриотического движения Орловщины» получили из рук начальника департамента образования Орловской области Крымовой сразу два курсанта военно-исторического клуба «Пограничник», работающего в школе номер 26, Татьяна Тугова и Наталья Кулешова. Эти замечательные девушки завоевали заслуженные награды своим кропотливым ежедневным трудом на ниве военно-патриотической работы на благо нашего Отечества. Мы гордимся своими воспитанниками. Пограничники всегда впереди. Орловская региональная организация ветеранов погранвойск «Пограничник», делегация которой присутствовала на этом торжественном мероприятии, поздравила победительниц этого важного конкурса и вручила им по букету дышащих ароматом роз.